Огонь любви. Господи, и владыка живота моего, Дух любви даруй мне рабу Твоему. Даруй, ибо если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Даруй, ибо если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Даруй, ибо если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое послание Коринфянам, святого апостола Павла, 13 глава, с 1 по 3 стих. Так высоко ценит дар любви святой апостол Павел. У которого заимствовали мы эти слова. Он называет ее союзом или совокупностью всех совершенств, ставит ее не только выше пророчеств, дара языков и знаний, но и выше самой веры и надежды, больше их любовь. Иначе нельзя ценить эту добродетель, ибо сам Господь Бог наш, по свидетельству святого Евангелиста, есть любовь, и только пребывающий любви пребывает в Боге и Бог в Нем. Но что это за любовь, так высоко ценимая? Очевидно, не та, что Господствует в мире, ибо и мир исполнен любовью. Но какой? Все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Первое соборное послание апостола Иоанна, вторая глава, 16 стих. Эта нечистая любовь не успокаивает, а раздражает, не созидает, а разрушает. От этой любви рушится тишина и благополучие семейств, стонут города и веси, льется иногда рекою кровь человеческая. Такая любовь хуже самой ненависти мирской, ибо ненависть заставляет быть осторожным и избегать сетей вражьих, а любовь плотская заставляет добровольно стремиться в пропасть. Хотите ли знать свойства чистой любви христианской? Нельзя лучше изобразить ее, чем так, как она изображена у святого апостола Павла, «Любовь, говорит он, долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Очевидно, такой любви нет в мире. Были все мы созданы для этой святой любви и имели ее некогда, но не умели сохранить. Пришел дух злобы и возмутил адским дыханием своим поток любви в нашем сердце. С тех пор мы во вражде со всем миром и самими собой. В самом деле, что теперь любовь наша? Большей частью сокрытая ненависть. Если мы любим самого Бога, то потому, что Он всемогущ, и мы опасаемся впасть в руки Его правосудия, подвергнуться Его гневу и мукам вечным. Отнимите пламя ада, и у многих угаснет любовь к самому Богу. Что же это за любовь, которая имеет нужду возгреваться от пламени адского? Если мы любим ближних, это потому, что они служат нашей пользе и удовольствию, потому что видим в них необходимые орудия для своего самолюбия, своих страстей и прихотей. В противном случае тотчас наступает отвращение и даже ненависть, вражда и преследование. Что, наконец, выходит из любви нашей к самим себе, которая, по видимости, так беспредельно и неизменно. То, что мы раболепствуя всю жизнь похотям и страстям своим, погибаем в конце концов и телом, и душою. Потому-то Слово Божие не находит для нашего блага другого средства, как предписать нам вместо нечистой любви чистую ненависть к самим себе. Такова наша любовь. Кроме этого злополучного превращения в наздары любви, в сердце нашем есть другое ужасное зло — дух ненависти и злобы. Как мы не скрываем этого пришельца из бездны, но он нередко проглядывает во многом, в явной тайной гордости, с которой небрежно презираем подобных себе и не терпим высших себя. Проглядывает он и в постоянной зависти к малейшему совершенству ближних, особенно когда его нет у нас самих, и в некотором зворастве при огорчениях и неудачах не только чуждых нам людей, но самых ближних и друзей наших. Пламя врожденной злобы в нас гнездящиеся хотя вскрывается в глубине духа, подобно огню подземному, производит нередко ужасные взрывы и потрясения, от которых происходят перемены в домах, городах и целых государствах. У него есть при том, как у огня подземного, постоянные отверстия на поверхности уст наших, в которые выходит чад из кладези бездны, в виде слов бранных и зловонных. Вместе с этим чадом извергаются, как камни из гор огнедышащих, брани и ссоры, нередко по поводу самых ничтожных и пустых вещей, распри и ненависть между теми, кто связан родством и самой крепкой дружбой. Наконец, как огненная лава, текут обманы наглые, явное хищничество, жестокости и убийство, особенно во времена брани и междуусобиц. Сматриваясь отсюда в мир человеческий, ощущая вокруг себя бурное дыхание злобы и ненависти, усматривая в собственном сердце никогда не скудевающий источник злобы и лукавства. Кто не почувствует нужды поднять очи к небу и вместе со святым Ефремом возвать? Господи и владыка живота моего, дух любви даруй мне рабу Твоему. Даруй, да не увлекусь всемирным потоком самолюбия и зависти. Да возмогу любить всех, кого Ты любишь, любить так, как Ты любишь, не той мирской любовью, которая во всем ищет своих выгод, а любовью возлюбленного сына твоего, который готова положить душу за братью, тем более умеет переносить все недостатки ближнего и оскорбления, готова прощать и любить даже и врагов своих. Однако, ожидая и спрашивая таким образом огня чистой любви свыше, мы, братья, и сами не должны оставаться в бездействии, а готовить души и сердца свои как светильники, к тому, чтобы огонь небесный, сходящий от Духа Святого, мог воспламенить их. В чем должно состоять это приготовление? После молитвы всего более в размышлении о любви Божией и о том блаженном союзе, которым во Христе связаны неразрывно все потомки Адама. В самом деле, Отец Небесный объемлет Своей любовью всех людей, Он повелевает солнцу сиять, как на праведных, так и неправедных. Мы называемся и хотим быть чадами его. Если называемся не напрасно, если хотим быть чадами не на словах только, а и на самом деле, так как нам ненавидеть тех, кого любит общий Отец наш? Единородный Сын Божий, возлюбленный Спаситель наш, пришел на землю и умер для спасения всех. Любовь Его к бедным грешникам не отвергает никого: ни мытаря, ни прелюбодеев. Он подал прощение со креста, даже распинателем своим, и молился за них. Мы сознаем себя грешниками, хотим, чтобы грехи наши были очищены его кровью, покрыты его заслугами. Услышится ли наша молитва об этом, подастся ли нам прощение грехов наших, если не будем подражать великодушию и любви нашего Искупителя, не простим долгов ближним нашим, составляющих по сравнению с нашими долгами такую малость. Дух Святой, которым знаменовались мы в купели крещения и от которого получили обручение жизни вечной, положил драгоценное неизгладимое знамение свое не на одних только нас и не на одних тех, кто любезен нам, но на всех и каждом. Он силен из Савва сделать Павла, из мытаря евангелиста, из разбойника на кресте висящего, наследника рая. Будем ли мы после этого смотреть на кого-либо, как на отверженного, лишать совершенно любви своей того, кто не лишен знамения любви и Духа Святого. И к чему стремимся мы? К наследию Царствия Небесного, в которое не может войти никакая злоба и ненависть. Потому, если бы кто-либо из ближних наших и заслужил своей нечистотой наш гнев, то мы не должны питать к нему ненависти из любви к нам самим, чтобы эта ненависть, как вещь запрещенная, не помешала нам войти царство любви и мира. Подобными размышлениями братья, должны мы разогревать холодное сердце свое, для любви к ближним и таким образом приготовлять его для при...